Индустриальный парк Югры обзавелся главным резидентом. Компания, которая специализируется на обслуживании и ремонте погружаемой в нефтяные скважины трубной продукции, разместится в производственном цехе на площади в 2500 квадратных метров. Таким образом, на территории индустриального парка формируется современный инновационный нефтесервисный кластер. Сейчас потенциальными резидентами парка являются еще 6 специализированных компаний. В настоящий момент площадь производственного цеха парка составляет 3500 квадратных метров. Объекты индустриального парка вводятся в эксплуатацию постепенно. Полностью проект планируют реализовать к 2022 году.